нас событие. Да, мы сегодня поздравляли двух наших бельчанок, которые родили еще двух бельчанок. Родились они 1 числа. Ну и по хорошим, наверное, традициям, в Бельце, кто родился 1 числа, мы дарим денежные подарки и подарки, которые нужны сегодня для молодых мамочек. Это игрушки, это памперсы. И также мы подарили нашим бельчанкам по 5000 лей от Бельской примарии. Ну, я думаю, это нормальная, добрая традиция, которую надо продолжать, которую надо, может, даже и увеличивать. Но к радости тому, что бельчанки не собираются уезжать никуда из нашего города. И я думаю, что будущие девочки, которые родились, будут здесь расти в нашем городе. И также они будут работать на благо нашего города. Такое доброе и яркое событие. Говорят, когда девочки рождаются, это к миру знак хороший. Да, мы им пожелали, конечно, здоровья и мира обязательно. Спасибо.